При желании все задумки жителей по благоустройству могут воплотиться в жизнь. Их дворы становятся уютными и ухоженными после участия в программе поддержки местных инициатив. Новые объекты в рамках данного проекта открылись в Заволжском и Пролетарском районах Твери. О том, как в городе продолжается реализация ППМИ, наш следующий материал. Спортивная площадка во дворе дома номер 21 по Голландской улице – результат активности местного ТСЖ. Жители участвуют в ППМИ с 2017 года. Тогда, благодаря программе, во дворе установили систему видеонаблюдения. Оценив все положительные моменты, люди вновь подали документы и попали в программу. И теперь здесь, вместо неухоженной территории, стильная и функциональная спортивная зона. Если в доме есть огромные желания людей и есть инициативная группа, которая поможет собрать пакет документов и принять участие в реализации данной программы, то все намерения наших людей, они осуществляются. И не надо бояться трудностей. Нужно шагать вперед. Как результат, наш город становится краше, дворы наши становятся лучше, а дети счастливые. Не в первый раз участвуют в ППМИ и жители дома номер 2, корпус 1, по улице Бориса Полевого. 3 года назад там появилась детская площадка. Затем жители решили проблему безопасности, разместив камеры. В этом году провели капитальный ремонт контейнерной площадки и установили ограждение. Напомним, что финансовое участие жителей в программе обычно составляет около 10%. Остальные средства на проект выделяются из бюджета. С точки зрения финансового, будем так говорить, финансового вопроса, это минимально. Минимальные затраты с максимальным полученным результатом. И надо сказать, что когда идет программа ППМИ, то администрация выступает в роли заказчика, и она уже предъявляет требования к изготовлению того или иного объекта. То есть это гарантия качества. Вот, например, они сделали нам ограждение из железа 4 мм толщиной, понимаете? То есть это совсем другая конструкция. Я уверен, что она будет стоять долго. То, что, в принципе, является нашей одной из основных задач – поддерживать местное население – в строительстве, реализации их идей. Здесь почему легко, они уже в курсе, они знают, и они делают все очень успешно. Ну и они делятся и с другими опытом, поэтому и мы подсказываем, как надо. Поэтому отбор, конкурс и, пожалуйста, инициатива реализуется. Благодаря такой системе безопасности теперь не страшно отпускать детей играть во двор без присмотра старших, признаются жильцы дома и уже строят планы на следующий год. В дальнейшем с помощью программы поддержки местных инициатив они хотят установить новые лавочки и урны, а также привести в порядок территорию за домом.